О, спасибо, получил. Вот что пришло в посылочке. Привет, привет, привет. Спасибо, Валер, хлеб ты слал потестить. Будем экспериментировать, сравнивать. Вот он такой клей. Он даже пока шел, подприклеился. Как резиновый. Мягкий-мягкий. Решил такой экспресс-тест сделать. Сегодня пришел мне клей от коллеги из Краснодара. Вот этот вот клей Спарта, я им уже понадергал. И вот он новый интересный клей, я его уже зарядил. Прям он как резиновый. С него можно что хочешь делать. Клей этот называется Ergomelt. И вот сейчас я с партой, вот желтенькая, мы видим, приклеился. Сейчас рядышком эргомелтом быстренько пробегу. И посмотрим, как он у нас все это потянет. Температура тут у меня на пистолете порядка 150 градусов. Сейчас то же самое, вот то, что я натаскал, продублирую этим клеем. Приклеил напротив все. Здесь даже интересно как-то потянуло полоску на капоте. Сейчас дам ему выдержку чуть-чуть, потому что он еще нитками он тянется, еще горячий. И потом посмотрим, как это все с тягой. Тяну сразу на отрыв, отклеил, в принципе, тяга. Что первый, что второй клей достаточно сильно здесь. Вот такой грибок китайский. Чуть-чуть послабее. Вот этот гриб. Не, все-таки Спарта чуть-чуть сильнее вырывает. Чуть он послабше. Дальше у нас делитель. Результат примерно равный. Вот такой вот треугольный. Результат примерно равный. Вот такой китайский овал. Примерно равный. И дохлый крыс. Приблизительно результаты равные. То есть вывод, все-таки Спарта тянет чуть-чуть посильнее. Не сильно, но судя по выдранным, как говорится, моментам, покрупнее все-таки на Спарте. Еще один момент заметил. Вот капаю даже спиртом. Вот и отдирается он такой, как резиновый. Не хочет с грибка отходить. Спарта отклеится легче, а этот тут мы видим, прям тянется, не хочет отходить. Ну и дабы визуально было видно, вот слева это у нас Спарта. Шишечки на ней все-таки покрупнее. А в общем-то примерно одинаково. Так что тут, как говорится, на вкус и цвет, но на Спарте шишки явно покрупнее. Оба клея довольно эластичные, как мы видим. Спарта чуть-чуть пожестче. Этот прям распрямляется, как резина. Быстрый такой экспромтом тест на коленке забацал. Кому-то может пригодиться. Вывод пока такой предварительный. Тянет он чуть посильнее. Отделяется от грибков чуть-чуть похуже. И он такой, как тянется, как жвачка, как резина.
все это предварительно надо подобрать грибки под него, подобрать температуру, время выдержки, и там, глядишь, он откроет свои свойства.